Вот уже 20 лет телеканал «Видное ТВ» рассказывает жителям Ленинского района о событиях, которые происходят в муниципалитете. За эти годы коллектив канала значительно помолодел. Приходят новые работники, но остается и костяк, который в свое время создавал районное телевидение. Благодаря сплоченности и настрою на общее дело, «Видное ТВ» стало одним из лучших телеканалов Московской области. Доказательство тому – неоднократные победы в самых престижных конкурсах региона. «Видное ТВ» – телеканал достаточно высокого уровня, я считаю, на уровне кабельного телевидения мы достаточно хорошо работаем. У нас интересные новости, у нас разнообразные передачи. И несмотря на то, что кажется, что это все так легко и быстро, на самом деле труд кропотливый. Надо снять, надо смонтировать, надо это все озвучить, надо это все выпустить в эфир. И такая легкость в эфире, на самом деле, это труд очень-очень многих людей». Над созданием одного сюжета трудится как минимум 4 человека – редактор, корреспондент, оператор и монтажер. Это не считая тот прочный тыл из высшего руководства, бухгалтеров, сотрудников отдела рекламы и выпускающих. Кстати, без последних весь наш труд не появился бы на экранах телевизоров и компьютеров. Главное для нас, чтобы телезритель сам был доволен. То, что мы обрабатываем, получаем, а мы, в свою очередь, отправляем ему. Находясь на съемке, большую работу делает оператор. Именно от того, как он снимет, зависит то, что увидит телезритель. Операторское мастерство дано далеко не каждому, особенно если дело касается новостей. Павел Игнатьев – один из тех, кто пришел на «Видное ТВ» совсем недавно, 2 месяца назад. Работа ему нравится, коллектив тоже. Молодой человек уверен, именно здесь он наберется опыта. Здесь работают действительно профессионалы своего дела, и каждый человек, каждый здесь работник может как-то дать что-то полезное, что-то интересное рассказать. «Видное ТВ» – это большая и дружная семья. Для Татьяны Брыловой студия – это вообще второй дом. Вместе с мужем они уже много лет трудятся на благо района. Будучи матерью 3 детей, Татьяна умудряется расти по карьерной лестнице. Раньше она работала корреспондентом, а в этом году стала шеф-редактором. Учусь, честно скажу, потому что это для меня ново. Как корреспондент работать было проще, потому что это уже знакомо. Здесь много нюансов, очень много мелочей, на которые нужно обращать внимание, где нельзя делать ошибок. Мне помогает. Задача корреспондента не просто вникнуть в тему съемки, а углубиться, найти что-то интересное, необычное, то, что привлечет зрителя. Затем следует процесс написания сюжета простым и понятным каждому зрителю языком. Все это требует большой эмоциональной отдачи, ведь в том и прелесть телевидения, что человек по ту сторону экрана может прочувствовать сюжет и сопереживать его героям. Над сюжетом мы работаем очень тщательно, подробно изучаем проблемы наших телезрителей, стараемся прийти на помощь, задействовать службы соответствующие, чтобы таким образом быть ближе к телезрителю. Вот такой творческой и сплоченной командой мы делаем районное телевидение и стараемся быть только лучше. Работали над сюжетом и следили за своими коллегами. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».